уважаемый балкон. Вы знаете, почему? Я просто, знаете, что хочу сказать всему своему балкону? Вы побили все рекорды по скупаемости балкона. Если я не ошибаюсь, двое суток. Вы знаете, почему я так редко теперь хожу в зал? Потому что я всегда знаю, что вы меня не видите. Я быстро туда бегаю обратно. Знаете, никогда не занималась такими вещами. Портер, ответьте. Мне так стыдно, что я это сделала. Ну, что мне? Самое страшное, это знаете, что сказать? Для меня это вообще все. Вот просто я всегда смотрела на артиста, думала, как же не бояться это сказать, потому что можно же в ответ от людей получить. Вот это, где ваши... Только ничего не делайте. Когда они спрашивают, где ваши ручки? Я не знаю, мы все знаем, где наши ручки, где наши ножки. То есть, как бы эти вопросы задавать, ну, очень интересно всегда. И когда мне в зале тоже говорят, где ваши ручки, я так, знаете, с ужасом смотрю, где они? Ну, ладно.